Привет, мы с Алисой, участники проекта «Я тестирую Нордман» из Санкт-Петербурга. Сегодня в городе минус 17, морозно, холодно и очень красиво. И в этой зимней сказке моя Алиса гуляет в Нордман-Люме. Ей тепло, я за нее не переживаю. За время тестирования к сапожкам не нашлось ни одной претензии. Все отлично, спасибо производителю. Всем любви и здоровья. До новых встреч.